Но здесь в левую сторону у нас свои корабли. В левую сторону отсюда посмотрите. Ага. Вот в левую сторону вот это. Вот это театр Ванемуйне Береди. Это пазар закрыт в левую сторону криво. Здесь был каменный мост и читается, что разрывом в левую сторону летал. Но стал с такой давление. Ага, это шведская фирма Пингвин. Это мне Игорек показывал. У нас, кстати говоря, в Москве тоже этот пингвин есть. В левой стороне. Вот это впереди панк. Был панк. Союзный, теперь коммерческий панк. Вот эта церковь, я не знаю, какую вообще. Русская церковь. Русская церковь. Вот это главный университетский здание. Это 356 лет. Шведский второй. Построил, да? Насколько я знаю, вообще Тартов старых в Европе у вас университет Тартов. Так, ты спортивный, это... Да. Ну, это панеме велья, дали нам антец. Натукен рейтами, сами депауны. Пивозавод. Да, это хорошее учреждение. Да, тоже старый. Вот. Это хорошее учреждение. 1800. Аллегок, да, старый аллегок. Здесь бассейны, спортивные залы, эти красные здания, понимаете? Это самое высокое здание. И Бурлада в самой низе, за аэродрома. Оборудование больницы, что профессор дома из дома может управлять больницей. Операция. То есть давать, да, консультировать? Консультировать, да. Это белая. Ага. В правую сторону. В лесу. Здесь флора химическая, там туберкулез летит, а здесь завод. Химический завод. Здесь уже по району там строят колхозные, но как такие строительные. Я тебе хочу себе дом строить, здесь заказы с рабочие. Ну, это этим делом ты не строишь свой дом. Они делают тебе такую работу, которая
которые теперь... Вот правую сторону, это бюсики, левую сторону бюсические институт, и правую сторону здесь все это лаборатория. Вот далеко у вас возможность видеть левую сторону Деперсисты, индивидуальный район. Левая сторона начинается отсюда, начинается уже. Мы повысим на эстакаду, тогда все начинается это. Стройки, которые... Пойдем, поглядим в магазине. Первый день, за камерой, говорит. Мы останавливаем. Это музей старинной техники, ископаемые паровозики, сельскохозяйственная техника, трактора. Вот наша Волгочка с моими хозяевами.